Я чешский студент. Я много занимался, чтобы поступить в государственный университет, так как высшее образование здесь очень дорогое, и моя семья не в состоянии оплатить его. Я вынужден был взять кредит, и сегодня, после 4 лет обучения, должен 900 тысяч рублей. Минимальная зарплата в Чили составляет 11 тысяч рублей. В Чили государство финансирует только 10% государственных университетов. Остальное оплачивают студенты. Если бы государство взяло на себя финансирование обучения всех чилийских студентов, то оно потратило бы значительно меньше средств, чем тратит в данный момент на поддержку системы кредитования обучения для более чем 2 миллионов студентов. Я и миллионы моих соотечественников будем должниками следующие 20 лет. Чили – это страна с самым высоким уровнем негосударственного образования в мире. Мы считаем, что каждый человек, поступивший в государственный университет, должен иметь право на бесплатное обучение. За это мы боремся сегодня.